Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня готовлю мясо и делюсь с вами этим рецептом. Филе из свинины режу на ломтики толщиной 1,5-2 см. Потом разрезаю каждый ломтик пополам. Стараюсь делать кусочки подлиннее. Готовлю соус к мясу. Горчица, мед, соевый соус смешиваю вместе и добавляю сюда сухой имбирь, паприку и черный перец, немного соли. В этом соусе мариную кусочки свинины. Оставляю свинину мариноваться 1,5, а лучше 2 часа. Так мясо хорошо замаринуется, будет сочным и очень вкусным. На шпажку надеваю поочередно свинину, лучок и делаю такие небольшие шашлычки. Мясо, порезанное такими полосками, будет оставаться сочным, не будет выжариваться. Зарумяниваю шашлычки на растительном масле и подготавливаю салат. Мудрые люди говорят, что мясо нужно прятать в овощах. Послушаем их совета и приготовим сочный и ароматный салатик. Он очень простой. Лук, морковь, белокочанная капуста, немного укропа и сладкий перчик. Заправляю салат лимонным соком и растительным маслом. Выкладываем на блюдо ароматный салат и наши красивые шашлычки. Получается очень нарядное и очень аппетитное блюдо. Такое блюдо можно подать на праздник. Я уверена, ваши гости оценят ваш кулинарный талант. Я желаю вам успеха. Пускай у вас все получится. Пока-пока. До новых встреч. Ваша Наталья.